здоровья. Записали на машине. Живые ваш 21013 номерной знак. Юрий 7048 Валерий Максим Ольга. Шла со скоростью 80. Понял, привет. Понял, вот хорошо. Активный выкаток. Переход зафиксирован. 15% рубеж пройден. Для линейного ввода топлива системы начать отсчет. 109, 108, 107, 106, 105. Тенденция регрессии. 104. Регрессивные данные. Нелинейные изменения графика. 103. Прекратить отсчет. Программная оценка не прошла. Сбой контроля редактировать. Сбой контроля ввода данных. Сбой режима информировать. Сбой контроля процессорного анализа. На сбой контроля выхода из системы ступенчатый участок сброса. 3% подготовка к выходу из системы. Начало отсчета. 5. Включение сброса. 4. Сброс нормальный. Тенденция деривации сброса. 3. Начало деривации сброса. Активный уход. Форсаж выхода. Экстремум перехода. Выход из системы. Искажение поля. Ложные данные. Ложные данные. Ложные данные. Ложные данные. Мир не состоит из зеленых деревьев, звука раздавленного стекла и улыбающихся лиц старух. Он состоит из всего сразу, собранного двумя глазами. Но труднее видеть границу красоты чистого между черным и белым. Двух губ, вечно целующих друг друга до крови, которая выпивается только ими. Какого цвета тысячи лиц в темноте? Сегодня, войдя в вагон, обернувшись на захлопнувшиеся двери, я ничего не почувствовала. Эх, хорош. Колокольчик звенит. Какая мерзость. Это что, работа психолога? Ах, как глазик блестит. А я не психолог. Я охотник. На тараканов. Я ошибся. Это они охотники. В этой баночке они охотятся за зайцами. Неудобно, как ему. Ты не думай, он не мертвенький.
Ну, в общем, в двух словах. Около 10 утра дежурный услышал крик. При всем том, что народу было много. Ну, как обычно. Сначала решили, что кого-то ударили в толпе. Люди расступились, а на полу в истерике бьется женщина. И тут обратили внимание на люстру над женщиной. Оттуда свисает прядь волос, а с них капает кровь. Женщина, конечно, здесь ни при чем. Ну, разумеется. Но странно другое. С начала рабочего дня, с 6 утра, никто уже не мог подобраться к люстре. Никто. Вероятнее всего, это произошло ночью. С 6 до 10 часов вечера никто так и не заметил падающую с потолка кровь. Думаю, заметили. Лужа крови под люстрой подсохла. И, разумеется, еще больше крови попало на спешащих внизу людей. Представь, ты идешь в толпе, и на тебя сверху падает капля крови. Чтобы понять, что это, или хотя бы откуда, ты должен как минимум вернуться назад. А в такой массе движущихся людей это невозможно. Ну, давай. Осторожно. Да здесь кто-то пошутил. Стараться выяснить, кто имел сюда доступ ночью, после закрытия метро и переходов. Это гвоздь. Обыкновенный гвоздь, а не ручка. Вот тебе и шутка. Вот так шутка. Не нравится мне эта шутка. А сами сегодня с утра. Она слишком похожа на какую-то форму теста. Ну да. Эдакая остроумная проверочка. Насколько в утреннем метро люди заторможены и не реагируют даже на самые откровенные факторы страха. Если так усложнять... Если так не усложнять, то объясни, как он залез на люстру. Вот ты бы как это сделал? А почему он? Потому что умный. Сегодня, войдя в такой вагон, я ничего не почувствовала. Я ничего не почувствовала. Я ничего не почувствовала.
первые результаты по люстре. Красная жидкость, кровезаменитель. А вот волосы настоящие. На них в небольшом количестве кровь четвертой группы, положительного резус-фактора. Кровь тоже настоящая. Хотя корректнее было бы сказать естественного происхождения. Произведена замена одного из компонентов. Вместо лимфоцитов какие-то мутирующие органические соединения. Точнее сказать нельзя из-за малого количества крови на волосах. В случае с чемоданом подход такой же. Свиное мясо, кровезаменитель. А вот рубашка. Кровь настоящая? Такая же. С измененным составом. А что по остальным позициям? По экстраполяции? Как это устройство попало на люстру? Необъяснимо. Все работники станции были в гипнозе. По данным экстраполятора, должно быть продолжение действий на этом же уровне. Потом качественный скачок. Какого рода скачок? Он начнет убивать по-настоящему. Как твои охотники? Да так же, как и твои. Охотятся. Работаю. А ты понимаешь, где я работаю? Я понимаю, что он хотел кого-то из нас убить. И, видимо, не для того, чтобы разжиться твоими туфельками с чулками. Ты, кстати, в чулках? Колготки. Да? А вот и труп. Какой труп? Что ты так испугался? Мне только что позвонил следователь из Петровки. В переходе, на станции охотный ряд. Среди лужи крови лежит труп. Да нет, я же говорю, живой, живой. Просто введен в состояние каталепсии. Лужа из крови заменителя. Да. Кровь с измененным составом. Во всем остальном обычный бомж. И ничего более добиться от него невозможно. Да, мы тебя ждем.
начнет убивать. А почему он? Вот пока возился тут, носочек порвал. Потому что умный. А как вы себе это представляете? Вы же сообщаете, совершенно справедливо, по-видимому, что готовится теракт. Ну и что? А что дальше-то? Я же не могу остановить людей. Я не могу обыскивать людей при входе, тем более остановить метро. Но я прекрасно понимаю, что говорю банальности. Да, я волнуюсь. Волнуюсь и понимаю, что просто так вы звонить не будете. Хорошо. Я вам перезвоню. Подумаю и перезвоню. А чем вы их кормите? А вы уверены, что будет новый террористический акт? Когда поезд двинулся и въехал в туннель, все вокруг погрузилось в темноту. Даже свет из остальных вагонов не проникал. Может быть, они тоже были не освещены. Thank you.
Как дела? Чем занимаешься? Вы в своем уме? Какая кровь? Но даже если это краска, это нужно как-то остановить. Где поезд сейчас? Немедленно соедините меня с бригадой. И... А как вообще это могло произойти? А что же, в переполненном вагоне у кого-то краска разлилась? На следующей станции вызовите к поезду наряд милиции. Наверняка в вагоне кого-то перепачкали. Ну, не я же должен заниматься такими вопросами. Вы... Поезд на Комсомольск. Дежурный по станции сообщает, что поезд не уходит со станции. Ну, это уже... Пропал машинист. Понял, Ноль, у меня тоже на... Ну и денек. Два нападения на поезд. Первое в 9:30 на Комсомольской. Поезд не отошел от станции. В кабине машинистов нет. Второй случай через час. На Чкаловской на стене поезд оставил красную полосу. На Римскую поезд пришел. Но там и остался. Кабина пустая. Окно, фото, дверь, фото, вторая дверь, фото, ступени, фото. Как он мог уйти? Можно резать трос. Слышал про ЧП на нашей линии? Два ЧП. Да ерунда какая-то. Сейчас инструктировали, меры предосторожности, кабину никого не пускать. Кого? Кого, кого? Никого. Двери закрываются. Куда? Куда?
Да никто толком не знает. Да ни черта они не сказали. В связи с непредвиденными обстоятельствами на двух линиях метро были увеличены интервалы движения. С какими такими обстоятельствами? Оно само включилось. Оно само включилось. Оно само включилось. Мария, телефоны на себя переключи. Доложите сведения о вчерашних ЧП. Три нападения на машинистов поездов. Неизвестные попадали в кабину, оглушали или сразу убивали машинистов, проезжали два перегона и скрывались. Как, пока не ясно, на платформе их не видели, создана техническая комиссия. Ведется следствие. А меры предосторожности? Поездным бригадам рассказано о случившемся. Предложено вести себя максимально бдительно. Начала работу спецгруппа по борьбе с терроризмом на транспорте. Ну, с этим все понятно. Тут, Виктор Егорович, сказали открытые сведения. А что, есть закрытые? Есть сказки. Докажите мне, что кто-то с наскока желает уничтожить тысячи людей. Для всего должно быть, по крайней мере, объяснение. А этих объяснений нет. А если бы эти объяснения были, как бы мы смогли подготовиться? В том-то и дело, что никак. Оно само включилось. Завтра будут захвачены еще три поезда. Если вы закроете глаза, то увидите музыку. Это те особые звуки, которые нельзя услышать. Этот мир отделен от других возможностью всегда быть рядом. Не пытайтесь. Вдруг этот страх перекинется настоящего рядом с вами. Потому что общий ужас – это еще более чистый цвет, чем белое и черное. Так все сначала. Первый случай. Капли с люстры. Что тут логичного? По результатам мотивационного анализа. Во-первых, сбор данных по поводу социального тренда важнейших личностных установок. Давай попроще.
кто-то пытается проверить, насколько нахождение внутри толпы разрушает естественные границы самосохранения. Ведь если бы человек шел один по коридору, и ему на голову упала бы капля крови, то он бы наверняка удивился. Ну и наверняка каждый второй подумал бы, что как минимум нужна помощь. А самое главное – страх. И проводивший опыт с люстрой в течение нескольких часов убедился, толпа не реагировала на опасность. Зачем ему такая информация? Я не говорю о толпе. Настоящая кровь – это ведь не случайно. Он изучает нас. Если мы серьезный противник, мы проверим все. Кровь, волосы на парике. И в свою очередь поймем, что он тоже не простак. А случай с чемоданом? Давайте случай с чемоданом. Ну, если рассматривать этот случай в контексте социального тестирования, он изучает степень распространяемости слухов и подверженности панике. Но все равно с точки зрения социального тестирования в его контексте. Нет. Относительно этого мужика, лежащего в луже крови, как? А все идет по такой же схеме. Привлекая живого человека, он намекает на серьезное развитие. Тогда не ясно, каким образом он вел его в такое специфическое состояние, которое клинически трудно объяснить. А теперь перейдем к убийствам. На перегоне площадь Революции Курская поезд кого-то переехал. А вы не можете туда попасть до ночи. В этом месте туннель очень узкий. А я знаю, что вы сейчас мне скажете. Вот представьте, вы назвали все свои доводы. Да? А я контрдоводы. Вы снова доводы. Так вот, чтобы не терять зря времени, я закончу свои контрдоводы главным. Я не могу остановить движение поездов на линии. И все-таки можно что-нибудь... поконкретнее. А вот этот лысый, который там звонит, он что? Со мной. Ой, ну вот, пожалуйста, машинист. Я позвоню по-вашему. Говорите, я слушаю. Алло, алло, алло. Ничего не слышно, говорите. Алло. Почему вы это не называете трупом? Я не знаю, кто это, на что похоже. Бросается в глаза, что это свежеразрезанное мясо. Кровь. Хорошие у вас карты. Так где это? Здесь.
вентиляционная шахта. И вы можете по ней спуститься. Только с нашим техником-смотрителем. Там высокое напряжение. А вы далеко? Пойдемте. А как охраняется эта шахта? А? Датчик? Ага, понятно. Это тот, на котором телогрейка висит. Ага. Пойдемте. Осторожнее, здесь лед. Знаешь, я должен тебе показать одному человеку. Мне надо в музей. Он тебя наверняка знает. Как же проехать к биологическому музею? Какое метро? Он тебя наверняка знает. Да, наворочено тут много. Ты говорил, что выяснил. На рельсы она попала уже мертвой. С переломом шейного отдела. Кровь необычного состава, ну, как и в предыдущих случаях. Заменены лимфоциты. То, что он был в туннеле, я уже догадался. Получается, что он специально положил собаку, чтобы выдать себя? А может быть, чтобы просто отвлечь от обещанных нападений. Но сейчас уже полдень, и ничего не произошло. Поймите, все, что мы сейчас говорим, это очень логично. А значит, он об этом знает. Он это просто рассчитал. Не для этого собака. Сейчас что-то происходит, что мы не знаем. Но, возможно, в чем сами уже участвуем. Невольно. На 12.20 нештатных ситуаций нет. Пилоты привыкли, что их встречают и провожают на станциях. Тот вот участок. Какой, Анна Вильгельмовна?
Ну ладно, ничего. Пятьдесят четвертый. Почему останавливаетесь? Сегодня все с ума сошли. 54-й. Ответь. 54-й. Что у вас за связь? Вы слышите меня? 54-й. 54-й. Почему остановились? Тщательно проверит на следующей станции. Да. Как же это все происходит? Он просто входил. На станции в кабине. Пилот стал навстречу. По-видимому, от неожиданности. Машинист, найденного на Римской, вошедший переломил коленный сустав. Хирурги считают, что удар слишком резкий для возможности такой узкой кабины. После такого удара обычно наступает шок, человек падает, не может даже вскрикнуть. Тут у него переламывается позвоночник, шейный отдел. Потом привязывается тросик. Кстати, узел очень специфический и оптимальный для этого типа диаметра. После того, как он отправлял машиниста за борт, он проезжал еще два прогона. Причем сам вел поезд. А на одной из следующих станций он незаметно вылезал на перрон через кабину второго вагона. Работник метро, бывший или машинист? Да это здесь не главное. По мотивационному анализу действует явно не маньяк. Самое важное – очень высокий уровень технических возможностей. Он дистанционно подключился к АТС метрополитена, отключил средства целевой защиты. Блокировка системы
определение адреса. А мы можем предугадать? Как-то вычислить психологический код его действий? Слишком мало информации. Пока 30% необходимого. Ты назвал только первые два случая. Третий сложнее. Там он поступил как-то иначе. Он вообще не повторяется. А почему он? Он? Может, ему кто-то помогает? Он один. А это не я захватывал поезда. Есть такой закон. Закон сильных процессов. Все самое главное развивается параллельно и взаимосвязано. Захваты поездов – это система. Осторожно. Она не любит резких движений. Базай! Где у тебя это? В системе есть несколько линий действия. Главное – это захваты поездов. Второстепенные и совсем второстепенные. Типа свободного следа. Мы станем участниками главного события. Мы его не опередим. Но и не опоздаем. Надо искать параллельные линии. Так, красный. Анна Вильгельмовна, он что-то делает со светофором. Час назад прибыло в депо специальное подразделение МВД. Но если он в туннеле, до вечера его уже не выкурить. А теперь в каждом поезде пилота сопровождают автоматчики. И все равно придется остановить поезд на красный. Он все равно захватит эти поезда. То, что сейчас происходит, еще не самое главное. Смириться с тем, что он будет убивать? Система в случае собаки просто нас пощадила. Он тогда был рядом. Да он и сейчас рядом. У системы есть метод. Она умеет менять состав крови, мутируя лимфоциты. Эти частицы могут работать как микрогенераторы. Все, что было проделано с люстрой, бомжом, собакой, все это направлено в первую очередь против нас. Thank you.
должны немедленно выбросить из компьютера всю информацию об экспертизах и уничтожить сами образцы. Это улики. Кто-то внедрился в наш компьютер. И информацию я уже стер. Система стала использовать нас. Кого лицензия, стрелки? А кто первый выскочил? Мой участок. У меня нет красного. Спокойно, спокойно. Что могло произойти? Стоит без всяких рывков. На нагрузку не реагирует. Он что-то подложил под колесо. Выманивает. Ну что ж, надо идти.
Так, рация. Выключена. Коробка. Коробка мигает. Ее тут не было раньше. Пассажирами там сложности. Так, ребята, так, вот, разбирайтесь. Он сейчас в туннеле на 45-м участке. Вот, смотрите. ЧП было на соседнем. Он движется в нашу сторону. Сработали два датчика. Вот здесь и здесь. Вот с этого места туннель освещен, тому негде спрятаться. А перед освещенным участком соединительный отросток туннеля. И прямо через рельсы вентиляционная шахта. Вот, можно перехватить его у стальной решетки. На выходе. Один со мной. Так, другие переходы тут есть? Нет, один. Видите, дело в том, сделаем так. Стопоримся за 100 метров до решетки. Мои парни высаживаются, блокируют тоннель с этой стороны. А мы с усатым берем его стоя. Ясно? Ясно. Четки 150 метров. Тормози. Нельзя. Он может слушать. Дальше езжай медленно. Когда мы спрыгнем, можешь набирать. Поймают? Тани. А что там? Не там ищет. Конечно, он находится как раз в этом состоянии. Ну, она еще не совсем привыкла. Я думаю, несколько дней. Очень сбалансировано. Знаковые ассоциации активны. Ну, пока не знаю. Не знаю. Нет, еще не измерял. Ну, я так сразу не могу. Не могу один. Потом она сразу догадается. А я могу показать ей шары. Хорошо. Минутку. Минуточку. Ха! Она сбежала. Сбежала. Она спустилась с балкона по простыне.
Да. Да. Понял. Бегу. Не знаю, что сказать. Ситуация угрожающая. А машинисты? Как? А каких вы имеете в виду? Живых? Они не имеют права бастовать. Ни машиниста, дело. Если это произойдет в час пик, будут жертвы. Будут огромные жертвы. Начнется массовый клаустрофобический криз. Люди, стоящие около дверей, начнут разбивать стекла руками. Или их головами начнут разбивать стекла те, кто стоит у них за спиной. Но ни те, ни другие не успеют истечь кровью, потому что их затопчут те, кто стоят глубже. Это истерическое буйство будет продолжаться до тех пор, пока от общего количества пассажиров в вагоне не останется процентов 5-7. Эти последние сумеют вырваться наружу. Ну а там по 1000 вольт. Это научные данные. Завтра вы приготовите миллион долларов в купюрах по 20 и привезете на пятачок на Лубянку ровно в это же время. Заранее об этом сообщите в прессу. После этого я оставлю в покое поезда. Есть тайны, которые не могут быть убиты. Это тайны, принадлежащие всем сразу. Во сне, закрывая глаза, ты слышишь те краски, которые нельзя увидеть. Пока ты дышишь и думаешь, жизнь всегда подскажет, как обмануть самого себя среди черного и белого. На сегодняшний день для прогнозирования дальнейшей ситуации имеется уровень 90% необходимой информации. Еще немного. Ты сам не веришь в это немного. Но как? Надо же выполнять условия. Возможно, и нет других выходов. До сих пор система не ошибалась. У нас миллион не такая уж большая сумма для того, чтобы успокоить многомиллионный город. Через 15 минут начнется тестирование Анны Вильгельмовны. И надо сделать анализ крови. Не у, а у всех. Неизвестная группа террористов потребовала выкуп в обмен на отказ от продолжения противоправных акций в метрополитене. В связи с ответственностью за десятки тысяч человеческих жизней принято решение удовлетворить их требования. Один из пунктов требований – присутствие при передаче денег представителей прессы. Вы знали о подготовке
террористических актов. Вы участвовали в них? Вам нравится человеческое мясо? В детстве из-за болезни сердца вам был подключен сердечный стимулятор. Вам никогда не проводили анализ крови? Когда-то очень давно, в детстве, вы потеряли перочинный ножик? Первый порядок. Ничего нет. Повторяем ввод. Второй порядок. Пусто. А если по участкам? Животные, трупы, метро, Восток, кровь, деньги, пассажиры. Активизированы только Восток и кровь. Восток — специальные методы физиологии. Кровь — фактор управления. По прогнозу пусто. Снова по участкам. Первый участок — боязнь темноты. Второй участок — ничего. Третий — опасность, связанная с телефоном. Остальные участки — пусто. Только не говори мне, что ты... Что? Что ты меня отстраняешь? Я этого никогда не скажу. Если мы с тобой не в состоянии разгадать связь между безобидным стальным шариком и ужасными событиями, еще не значит, что такой связи нет. Вышел с ними на связь на милицейской волне. Сейчас нам будут звонить. Главная и единственная задача – сжечь всю сумму.
он сделал все, чтобы нас поставить в идиотское положение. Его больше, чем признали. Его признали. Он этим приобрек. А обыватели перед телевизорами чешут мозги рекламой. И вспоминая вчерашнее, не могут понять, что же их не устраивает. А их не устраивает то, что они очень хотят, чтобы он им понравился. А повода для этого нет. Еще нет. Со мной могут произойти странные вещи. Ты не удивляйся ничему. Ты, сука, не тронь Геныча! Геныч? А? Она мне не жена. Все. Ее нет. Вот. Ты чего сюда пришла? Тебя нет, а я есть. Значит, меня нет, да? А как вещи мои пропивать? Да в такую рвань сюда водить! Ты на себя посмотри, уродина! Тебя нет, кляча! Может быть, это твои рожи? Меня обливать тянет! Да ладно тебе, Серёнь. Ты уж слишком. Всё-таки жили. Чего это она затихла? Нет у меня, да? Меня, значит, нет, да? Нет у меня, да? Нету! Дура, ты чего это? Все сделал правильно. А я даю тебе две попытки. Но только две. Нет. Ты сейчас приметился мне в горло.
Я откланюсь, и ты промахнешься. Думай, прежде чем двигаться. Первое движение, второе, возможный уход, вторая атака. И тогда у тебя останется еще одна попытка. Последняя. У тебя ноги прилипли к полу. Не пробуй сдвинуть их. А вдруг это окажется правдой? Чувствуешь? Что-то происходит. Несколько параллельных линий. Это не мы, это ты определил. В момент главного события все линии сойдутся. Запомни, я одна из линий убийства. Станция Комсомольская. Три трупа. Поверь мне на слово, это как-то связано с черным цветом и... стальным шаром. Мы в полном троллейбусе. Девушка, уберите зонтик, мне неудобно. Система расширяет свои действия. Техническая служба сегодня доложила, что на наших радиочастотах зафиксированы нелинейные помехи. А это похоже на действия радиоразведчика. Вот так. А ты не допускаешь, что все может быть гораздо печальнее? Если мы с тобой пришли к такому выводу, значит, этого захотела система. Ты не трогай. Он сам включится. Очевидно, проанализировав происшедшее, вы понимаете серьезность событий. Сейчас я сделаю формальное заявление. С завтрашнего дня вся неосвещенная территория метрополитена объявляется запретной зоной. Оказавшиеся там будут наказаны. Запрет не распространяется на поезда с пассажирами и обслуживающий персонал. Если бы все вышесказанное замыкалось только на вас, вы бы согласились с этими требованиями. И в этом шаге система проиграла. Но я сообщил все городским властям, а они обязаны отреагировать. Перерыв с деньгами была слишком обидной. Слишком. Поэтому с вашей стороны есть кому сделать ошибку. Я уверен, что жертвы будут.
Ну как ты, черная бабочка? Как ты? А, хороший вопрос. Особенно после твоего прыжка в прошлый раз. Ты меня хотел познакомить с каким-то человеком? А зачем? Что зачем? Тебе-то он зачем? Хочу. А я в прошлый раз... Как, кстати, ты выпорхнула? Я как раз пришла... Эй! Я же должен тебя познакомить! Проветрись. Раз должен. Я же должен познакомить. Я должен. Периодически повторяющийся резонанс. 6, 3, 4. А почему ты нас не включила? Нормальный анализ крови, по крайней мере, был. Ну, допустим. Если я система, я могу уничтожить эти линии. А ты представляешь, куда ведет главная линия? Это вроде войны или революции. Осталось четверо, а по резонансу 6, 3, 4. Что значит тройка? У меня теперь много свободного времени. А у меня его вообще нет. Да ладно, Стасть. И так хватает этого бреда. То, что один человек парализовал все метро, многомиллионный город. Это бред? Угу. А эти стальные шарики? А игра в темноту? А вы так не думаете. А как вы думаете? Кстати, а как вы знали номер шахты? А зачем вы пришли? Ох-ох-ох. Если бы мне надо было... Я прикончил вас раньше. Значит, не надо было. Не подходите к окну. Вообще ничего не делайте. Понимаете? Ничего нельзя делать. Потому что мы сами вытворяем все. Сами. Понимаете? Сами. Разве из 14 женщину выписали? Не знаю. Ну, раз закрыто, значит, выписали. Этаж что, на ремонт закрывают?
элементы транспортной системы животных. Кровеносная система. Дальше. Состав крови млекопитающих. Млекопитающих. Форменные элементы крови. Лимфоциты. 24% образуются из клеток предшественниц. Имеют округлую форму и содержат очень мало цитоплазмы. Главная функция – индукция иммунных реакций, отторжение. Продолжительность жизни у человека до 10 лет. Интересно. Эритроциты живут только 3 месяца. Лейкоциты вообще несколько дней. А эти 10 лет. Да, связь с темой иммунодефицита, вирусной агрессии. Помнишь этот странный состав крови? Вместо лимфоцитов непонятно что. Да. Человек управляет вирусным полем, а определить это невозможно. Лейтенант вышел из дома и не вернулся. Анну Вильгельмину выписали из больницы, но домой она не пришла. Поэтому нам неизвестно не только о вирусах. Двое суток. В метро ничего не происходит. Ситуация нехорошая. Это видно, попроси. Ты радио читаешь? Для блокирования туннелей ОМОНа и милиции не хватило, ввели целую дивизию МВД. Как бы чего ни случилось. Случится. По крайней мере, в метро. Наши действия — это то, что ей нравится. На третий день. Система любит цифру 3. Надо ничего не делать. Ничего. Закрыться в комнате и сидеть. Адрес художника. Черный цвет, закрытая дверь. Черный цвет, закрытая дверь. Thank you.
Здравствуйте, я первый прием. Первый на приеме. Я понял. Понял вас, Чем занимаешься? Как дела? Первые два случая это для нас. Ты знаешь, я убежден, что все происходящее просчитал и сделал один человек. Господи, боже мой, я... Скоро все закончится. Танцы комсомольская. Три трупа. После волны официальных выступлений, сообщения о принятых мерах, роста ранга лиц, обратившихся с экрана с оправданиями, после того, как всем действительно стало страшно, от беззащитности перед пугающей темнотой под городом, прозвучал размноженный многими теле- и радиостанциями звонок, что все акции прекращаются и возобновляться больше не будут. От миллионного желания, чтобы так было, все сразу поверили, что это не примирение,
а мир. И своих условий никто не выставлял. Да и некому было их выставлять. Зачем ты все это делал? Я сразу догадался. Вот интересно, когда смотришь в окно, даже когда темно, а мне все равно никто не поверит. Кстати, сейчас будет та станция, первая. Красивый все-таки цвет, черный. Красивый все-таки цвет, черный. Красивый все-таки цвет, черный. Опять она включилась. Молодец. Ничего не забыла. Стой спокойно. Ты ж понимаешь, что все равно будет три трупа. Защита системы. Вот именно.
Это двустволка. Вот и все кончилось. А сколько трупов? Должно быть 3. Я тогда не могла успокоиться. Внутри что-то произошло. Мне показалось, не только внутри. Потом были какие-то люди. Я почти ничего не помню. Потом, почти безотчетно, я снова стала искать в метро темные вагоны. Причем так, чтобы остальные были тоже не освещены, а такое бывает редко. Наконец я дождалась. Мне повезло. Был час пик, много людей, и они заслоняли свет. Я стала всматриваться в летящую черноту. Когда смотришь, начинает что-то происходить. Я не помню, когда я очнулась после поезда в темную вагону. Потом я поехала домой. Общая оценка получена. Взяла ружье. Активная подготовка к переводу. Перевод зафиксирован. И процентный рубеж пройден. Сбор данных для запуска дублирующей системы. Статический набор мощности. Функции графика в норме. Пробный проход по позициям. Параллельный режим ожидания. В норме. Экстраполяция выхода на 15% рубеж. Первый слой приближения. Второй слой приближения. Общая оценка получена. Для запуска дублирующей программы меточный синхрон есть. Подготовка к переходу. Активная подготовка к переходу. Переход зафиксирован. 15% рубеж пройден. Для линейного ввода доп. Системы начать отсчет. 109, 108, 107, 106, 105. Тенденция регрессии. 104. Регрессивные данные. Нелинейные изменения графика. 103. Прекратить отсчет. Программная оценка не прошла. Сбой контроля редактировать. Сбой контроля ввода данных. Сбой режима информировать. Сбой контроля процессорного анализа. Да, сбой контроля выхода из системы ступенчатый участок сброса. 3% подготовка к выходу системы. Начало отсчета. 5. Включение сброса. 4. Сброс нормальный. Тенденция деривации сброса. 3. Начало деривации сброса. Активный уход. Портаж выхода. Экстремум перехода. Опять она включилась. Это я уж потом решил сюда шутить. И в поезде. Какое-то все придуманное вокруг. Хотя ничего странного и нет. Комната, окно, шкаф, аквариум с пираньями. Как все аквариумные рыбки. Они так любят кусочки столетника.